Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Replay, первую серию. Сегодня с вами Алекс. Всем привет. И он, короче, дал мне 200 тысяч, мы пойдем сегодня в казик, да. Короче, погнали. В казино зайдем. А, кстати, я походу не релоус, у меня деньги не снялись. Попробуем поднять до 500 тысяч, потому что сейчас бабки очень нужны. Так, насколько-то 200 тысяч его кидает. Я не буду 200 тысяч кидать сразу, ну нахер. 200 тысяч сразу, это жестко. Это очень жестко. А, чувак, кстати, сейчас увольнять будет людей. Кто в этом, в казике играет. О, 50 тысяч, а, это ты, блин. Кому бы кинуть нормальные суммы? О, у меня единица упала. Ну, блин, не знаю, я не верю в эту тактику, типа, единица упадает, все, ты там завинишь, типа, и все, и капец. Рандом. Как-то в это не верится. Так, Томми какой-то. Надо с Томми сыграть, наверное, на 50 тысяч. Вот. Так, Тайс, 23, 50 тысяч. А, ты ему кинула 50 тысяч. У него активы. 141, 50 тысяч кинул. 10 секунд надо ждать. Отказывается Артём. 51 тысяча проиграл. Конечно, ты ему кидал 23-му? Да. Тоже ему кинул на 50 тысяч. Тоже проебал, сука. Пиздец. 12 тысяч выиграл. Косарь, Киря снимаешь. Да, серия. 20 тысяч. Ничья. Томми Родригес, привет тебе. Так, 20 тысяч. Выиграл. Так, я два раза выиграл, теперь... Кирилл, сейчас я у тебя заберу деньги. Ой, боже. Ты слил все бабки? Да. Капец, ты гонишь. Так, я Томми кинул на полтинник. Проебал полтинник. Ай, блядь. Казино — это не мое, пацаны, я же вам говорю, лучше не ходить сюда. 50 тысяч кидает. Играй. Ничья. Обратно кидает. Проебал. Я заговорил. На полтинник еще кину сейчас, короче, последний раз. Последний полтинник, пацаны. На 200 тысяч казино пошел. Полтинник, проебу. Выиграл, фух. Хуя. Жестко. 77 тысяч кидает. Есть, выиграл. 77 тысяч выиграл. У меня 160 тысяч сейчас. Да. Так, поперло чуть-чуть. Но я все равно в минусе до сих пор. На сотку мне кидает. Я солю по-любому, ну попробуем. Выиграл! Сотку выиграл. На 200 кидает. Не, на 200 я не буду. Это уже рискованно. 200 это уже, да, 300 тысяч, чувак. Хочет. Кирилл, давай, прими. На 1000. Угу. Тройка выпала. Я не люблю вообще крысить это, блин. Я люблю чисто да, да, нет, нет, и все. Кидай на полтинник и проебу. Да? Нет? Ну, Брайан, Лакоста. Ай, полтинник просрал. 98 тысяч кинул ему. Давай. Солью сейчас по-любому. Нет. Солью, солью. Нет. Солью. Нет. Нет. Отказался. Сука. Сука. Проебал 40 тысяч, блядь. 100 тысяч кинул. Давай. Солью. Давай. Есть. 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 Изи, и еще, я думаю, он на 134 тысячи кидает мне. Слил. Сука. Сука. Пиздец. Так и знал, что солью. Он как раз 90 тысяч, я ему кину, короче. 63, 90 тысяч. И я сливаю. Ничья, блин. Слил.
Мне 49 тысяч осталось. Я ему кидаю, короче, ва-банк. I